«Мы – часть Европы». Под таким лозунгом прошла в Будапеште акция протеста, приуроченная к 13-й годовщине вступления Венгрии в ЕС. Около 10 тысяч человек прошли маршем от площади Свободы до площади Героев, протестуя против политики правительства Виктора Орбана, в частности, против принятого им законодательного акта, который может привести к закрытию Центральноевропейского университета, основанного американским миллиардером Джорджем Соросом. «Совершенно очевидно, что они строят некое подобие путинской России. Им помогает пропаганда государственных СМИ, это в интересах правительства. Мы дадим энергию людям, мы не боимся, потому что вместе мы сила», говорит глава молодежного движения «Моментум», организовавшего марш. «В государстве, которое они строят, нет свободы», говорит одна из участниц акции. «Это проявляется во многих вещах. Вот, например, они хотят закрыть Центральный Европейский университет, провести реформу образования, отворачиваются от Евросоюза». По словам протестующих, действия властей нацелены на то, чтобы ослабить и заставить замолчать гражданское общество. А законопроект, меняющий условия функционирования иностранных вузов в Венгрии, — нападение на свободу знаний и мысли. В 13-ю годовщину вхождения Венгрии в ЕС оппозиция предупреждает власти о необходимости придерживаться европейского курса. По ее мнению, венгерское правительство сближается с Москвой, передает из Будапешта корреспондент Евроньюз.